Добрый день всем. Еще один маленький анбоксинг. На этот раз, если ничего такого сверхъестественного, две бюджетные коллекционные головоломки от компании Cubing Classroom саб-брендом Moda. Crystal Cube, хотя у них какие-то еще отдельные названия были, я подпишу. Коробочки, как мы видим, какого-то нового образца, они прозрачные, совершенно прозрачные коробочки. Такого же я еще компании мою не помню. Давайте попробуем открыть. Рассматривать буду сразу обе, поскольку примечательно здесь особо нет. И, судя по всему, особых различий тоже. Мы видим в каждой коробочке инструкцию. Да, ну, доставать мне как-то нет желания. Рассмотрим, что же это такое. Это обычные кубики 3×3, сделанные из прозрачного пластика, а вместо наклеек некие колечки, листики. Что это такое, непонятно. Ну, тут колечки, а тут как цветочек какой-то. Давайте посмотрим на кручение. Когда заказывал, ну, просто заказал, потому что недорогие, пусть будут для коллекции. Но, как у некоторых стикер-модов, здесь даже отсутствуют всякие псевдопаритеты. Здесь не надо ориентировать центры, поскольку все пластинки симметричные. Кручение достаточно шумное. Сделано на основе куба типа Гуанлонг. Цвета элементов вот этих пластинок такие достаточно светлые. Вместо белого у нас вот такой вот аналог черного цвета. Давайте попробуем собрать. Будет ли это сложно? Скорее всего, нет. Единственное, здесь не так хорошо бросается в глаза, чтобы на них реагировать. Поэтому могу путаться. Да. Вот. Уже не туда пару поставил. Ну, крутится весьма сносно, учитывая, что это кубы, которыми явно нельзя будет собирать на официальных чемпионатах, поскольку прозрачный пластик не допускается. Ну, соберем этот. Исключительно коллекционная вещь. Не более. Оп. Из-за расцветки немного путаю пары. Что можно про них сказать? Стоит на полочке, хорошо. Собирать время от времени тоже неплохо. Приятный внешний вид, но для сборки ничего особенного. Кручение вполне приемлемое. То есть как сувениры, как подарки вполне подойдут. Просто кому-то подарить что-то подобное, интересные кубики, они достаточно симпатичные. На этом все, всем спасибо.